Пока будем спускаться, тысяча раз умрем, и это тоже есть контент. Давайте, здоровайся. Я и про это и говорю, блин. Ну, может сначала спуститься, чтобы тысячу раз не погибать. Короче, я своего импа назову Гена. Вот. Мой имп, его зовут Гена. Я твою мать сдох, потому что не заметил гребаный этот выступ. Кто-то очень кривой копал у нас туннель стопудово, ребят. Это очень там, кривой. У кого-то глазки просто в... О, а чё... Та-та-да! Телепортейшн! Телепортейшн! Так. Как я ее назвал, уже забыл. Гоша, Гена. Блин. Гена. А мой будет самый такой. А вы взяли блоки, которыми будете строить землю? У меня нету блоков! Земля, только хардкор. У меня будет писюн. Кто? Писюн? Да, его будет звать писюн. Писюн и Гоша летают, как Маргоша. Писюн и Гоша поедыхает сейк. Та-та-та-та-та-тан. Кстати, сколько там могил от пират, посмотри, сколько их там. Это я в раздел. Писюн и Гоша летают не... Больше ничего не может. Больше с писюном, ё-моё. Сей, с какой стороны будем начинать пират? Ты давай. Знаешь, мне будет стрёмно спрашивать, Сей, как там твой писюн? С моим писюном все хорошо. Я верю тебе. Я уже начал строительство, справа налево. Я назвал писюн, потому что это круто. Потому что это круто! А где у моего писюна? Отлично! Писюн, иди сюда. Ну, меня не слушается, наверное. Печально, когда писюн тебя не слушается. А мы начнем серию-то, кстати. Нет. Куда я вообще попал? С кем я снимаю видео? С Жекой. Не, с пива. Будем, ребят. Это не пиво, это эль так-то. Я выпил. Я еще и захавал пирожочек, так что все норм. Гоша, 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 Гоша. 3 рубля и наша. Чё ты мне не напомнил, что надо выстроить? Сейк, сейк. Я сам себя убил лавой. Как там? Так примерно, да, делается? А кто-то строит еще землю или только я? Ребята, так лучше меня слышно или нет? Да. Хорошо. Кукла буду, кукла. Хера себе, он хреначит этот. Гоша. Гоша вообще молотоша. Кукла, кукла. Кукла. Я строю. Сколько у меня получается строить? Надо сюда строить. Куда ты строишь? Опа! Да? Надо. Дальше, да, скидываем. Опа. Моя кукла. Даже писюн тебе не помог. Жека, я думаю, просто ты застроишь и... Я просто пошел. Нечего сказать, я просто пошел. Пошел, 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 пошел. Первый пошел. На. Херач его, Гоша, херач! Убей его полностью. Гоша, какой давай. Гоша, это Гена, дурак. Это пофиг как кто. Это Гена. Да пофиг кто это, хоть Вася. Нет, это писюн, зато никогда не забудешь писюн. Ты писюн, никогда писюн. Не забудешь писюн. Ты его никогда не забудешь. Как зовут, кстати? Писюн. Приятно познакомиться. Пирата? Писюн. Пирата не зовут, он сам приходит. Не, пират, реально. Как тебя импа зовут? А, как импа зовут? Я думал, как пирата зовут. Пират. Я занят. Как зовут твоего чертова импа? Ух ты, я занят. Супер, супер.
Я же говорю, как его зовут. Я О, забери там, забери, слушай, Сейк, забери, я не допрыгну просто там этот флажок сверху, видишь? Вот там. Флажок забери. Домой. Ё-моё, я тебе его подарить могу, мне это тебе хочет. Вот, блин, держи флажок, я тебе его даже забирать в смысле нет. Червячок! Иди сюда, червячок. Ну. Червячок. Мышь летучая, ты вообще заблудилась, что ли? Хераси! Я ж очканул. Ты еще одна кукла. Ну-ка. У меня тоже две. Так, ребят, короче, эта серия будет переходная, так что нам нужно постараться. Это же хардмод, мы будем все с первого. У кого-то жопа горит. Нет! Стреляй! Херачь его! Херачь его! Жека, удачи, я не могу тебе ничем помочь. То же самое знаешь, когда в The Walking Dead. Я приду, наверное, когда-нибудь. Я, короче, принял решение и не буду тебя спасать. Это было сложно, но... Жека, не пытайся там выбраться. Да, я жив! Нет, бомба! О боже мой. Что вы там делаете? Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Ребята, тут куча этих грёбаных сраных мышей. Просто дайте мне нормально. Так, а как нормально бы мне лечь. Так пройти? Жек, мне где-то вообще... все хорошо, у меня почему-то все плохо, это нечестно. А, нет, у тебя не все хорошо. Нет, 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 нет! Фух. По-другому не вырастется. Еть! Я выбрался! Ура! А, я горю! Давай, Жека, сгори. Меня грёбаная лава убила. Блин, ты же мне притолкнул. Так, блин, а я сейчас здесь сверху появлюсь. Это и хреново, и хорошо одновременно. Давай, все. Так, так. Путин огурец. Блин. Ребята, Путин огурец или нет? Жека, а, стоп, а мы строим, короче, эту штуку не на серию. Так никто не поздоровался. Пират должен поздороваться. Пират. А. Пират, на здоровье. Пират, просто. А ты куда вообще строишь ее? Я ее направо строю, а ты куда строишь дорогу? А какая разница, куда строить? В обе стороны надо, она длинная должна быть. Ну понятно, я думал, все время влево тупо строим. Я хочу камня просто набрать, потому что у нас вечно камней не хватает. Ты, да, блин, так ты бы сказал, я тебе дам, у меня 500 камней. Забей кирку этого демона. Паскуда демон. Гоша, вернись ко мне. Вернись-ка, торопись-ка. Торопись-ка. Пират, что ты делаешь, кстати? Я? Копаю. Поздоровайся, пожалуйста. Ради бога, поздоровайся. Просто поздоровайся. Типа там, всем привет, а потом обрёшь. Всегда. Ща, я занят. Короче, всем привет, с вами Сейк, с вами Дрожжи и Пират. И сегодня мы играем да, в Пират. Да, но запись не включена. Мы чистим и переходить Жека, у тебя запись включена? Да. Все всегда. И сегодня мы переходим в хардмод. Переехали в хардмод. Это самый такой величественный день, когда у меня броня все еще дошла только до метеоритовой, а мы уже переходим в хардмод. Все, я тут построил нормально, я считаю. Путин огурец. Да мы не убьем стену. Куда камень? Камни-то куда-то, куда-то камень-то сильно. Не вижу ничего. О, там картина какая-то, я хочу ее. Вот, да. Я иду в вашу сторону. Вы уже на 900 футов туда построили? Где? Кто дверь закрыл? Вы что, дураки? Зачем дверь закрыл? Че за хрень? Меня окружили, Сейк, ты где? Закрывай дверь, так что... Не закрывай дверь, и потом
Эй, вы неправильно строите. Надо так, чтобы спокойно можно было бежать. А мы что, не спокойно бежим? Нет, тут мы надо прыгать иногда. Тут для меня это не подходит. Там не надо прыгать нигде. Надо? Нет, присмотрись. Я вижу. Я уже исправил. Я за вами пройдусь, посмотрю. А, ладно, я ломаю отсюда. Давай. Нижний тоже убери, нижний. Такой неждан. Жека, Жека. Погодь, погодь. Просто зажми контрол, что за ключ. Пират, где твой шедоу ключ? Пират, где твой шедоу ключ? И горит, главное. Пират, ты сейчас сдохнешь. Что такое горит? Вау! Все забрал. Ох ты засранец. Офигеть! Знаете, сколько эта штука? 38 урона на нас. У тебя солнце горящее, или как там оно называется, я забыл. Да. Что-то там сан что-то там. Не могу, хрен называется, но там Жека! Жека! Что ты хочешь от меня? Держи, выпей. И будь, когда будем убивать эту штуку. А что ты мне дал? Где она вообще? Иммунитет Клави. Я не вижу ее. Клави? Клави. А, ребят, кто нужен этот, для мага? Кто у нас маг? Ты маг. Жека, маг. Жека, 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 держи, выпьешь перед... Давайте начнем, а то мы построили уже платформу и не начали. Где вы видите... Где ты мне дал, пират? Я не могу найти, что ты мне дал. Эликсир. Пират. Как он, Жека, называется и как он выглядит? На Б, понимаешь, на Б. Иммунитет Клави, фиолетовый такой. Обсидиан Скин Поушен. Ребят, кто бросает? Нет, не вижу. Давайте же как новичок бросает. Да не, кидайте что. Ладно, что, а так начать, давайте. Слушайте, 3, а у меня 2, нету 1. Дальнего оружия. Его же с дальним оружием надо бить. Ё-моё! Всем привет! С вами пират, Дрожа и Сейк. Погнали. И да, его же надо убивать как-то. Да, да. Чё вы делаете, ребят? Чё она такая злая, ребят? Я не знаю. А, это же стенка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У него с глазик это, у него ей надо этот. А, для глаз. Как-нибудь лечение. Мочим. Уже 2000. 2000 почти что сняли. Да это чушь. Блин, это нубская стена такая. Я думал, что-то тяжелее будет. Тем не акула, пират, вообще молчи. Чё? Тем не акула. Жека, нажми на Б, чёрт возьми. Б нажал, что? Я не знаю, что я сделал, но я нажал Б. Мне сказали нажать, я нажал. Вот, теперь у тебя мана, быстро. Ой, я все выплакал. 4000 мы снесли. Офигеть, это чушь просто, ребят. Че она такая нубская? Я помню, когда я вроде уходил из Террарии, когда я когда-то играл, она была самая мощная, насколько я помню. Ой, зачем я сердечко поднял? О, началось. Вот это да. Ты че такая резкая стенка-то? Я не успеваю. Она меня убила. Ну сейчас я к вам спущусь. Я тоже. А если я сзади убивать? Нельзя сзади нее. Нельзя, быть. Она тебя притянет. Ну давай резай здесь, Жека. Ты весь хардкор пропустишь. Ребят, вы пропустили переход в хард мод. Охренеть, она меня притянула и в лаву утащила. Отлично. И где что? Где кто? Вон пиксель вижу. Потому вот хочу, блин, а я все просрал. Да ёпперный. То есть мы перешли в хардмор, да? Пришел, да. Ребят. А что это за звук? Где? У вас тоже это звук. Какой? Ой. Страшный какой-то. Как стена плоти умирает. Уже только голос пират. Нет, у тебя страшный глюк, звук, наверное. Чё? Я вообще без звуков играю, как ухтин. Ну не знаю. В общем, я убил ее. Ну, не только ты, скажем так. Ну да, вы со мной тоже помогали мне. Ё, блядь. Пират такой лицемер вообще. Да вообще. Я убил ее. Хули. Я старался. С ней. Так, что, объясните мне как нубу, что дает нам переход в хардмод? О, тебе еще сложнее жить будет. Все, ребят, давайте все умирайте, там возвращайтесь в хардмод. Ой, хардмод, блин. Домой.
Сломайте сейчас... кто-то кровать. А ты умер, Сейк? Сейк, ты где? Че? Ты где? Я дома. Блин. Сломайте кто-нибудь кровать, я туда до вас я не доберусь. Я сломал. А, ты сломал, да? Иди на серф просто, ребят. Чтобы не терять ничего. Я... Можно, кстати. Ты офигел? Жека, 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 стой, смотри, не убивай смотри, его. Молот. Что ты мне дал? Молот крутой. А. И где он у меня? У меня какой-то бездонный этот. В него что-то попадает? Я, Жек, я не вижу его. Новые предметы продает, смотри. Кто продает? ТМО Шантер. Шляпа какая-то шотландская. Посмотри. Мочил топором, мочил. Топором это кирка. Я не нашел молот, который... Короче, ладно, херс. А, вижу, нашел четвертый. У меня вот. Да. Я думаю, у меня есть уже вот такой. Я могу разбивать эти. Стены. Да, я знаю, алтари. Гоша, рядом. Алтари. Давайте, короче, все, заканчиваю эту серию. Собственно, а мы вообще начинали когда? Я не... Я начал, когда мы начали бить стену плоти. Я начал, когда мы только спустились. Дискошар, 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 дискошар. Хочу себе мыть. А как скрафтить броню? В смысле? Нет, я не то сказал. Дубину. Нет. Секундочку, я вспомню, как это называется. А, ботинки. О. What? Что? Ботинки как скрафтить? А у меня теперь личная комната будет. Дискотека, дискотека. Тут нет ракетных ботинок. Как скрафтить ракетные ботинки? Здесь сюда. А, ракетные-то? Спектральные, да. Эти нужны? Ну как они, спектральные, блин. А ну, где эти деньги найти? Их только с сундуков? А, так их у инженера покупать надо. Ты чё, забыл что ли, пират? Я не знал. У инженера, короче, нам нужно в данж идти. Это не обязательно, не будет. Санфай? Так. Ребят, все, заканчиваем у меня в доме, у меня в дискотека будет. Так. Кому так нужна мини-акула? Сейк, держи. Ребят, мне. У меня тут да будет... Да. И штуку патронов тебе выкинул. Иди подними. Джек, какой сюда? Джек, идущий. Сейк, подними патроны. Какие патроны? Слепой ты. Ты будешь сюда все, ребят. Что ты хочешь? Я сюрприз подготовил там. Так, что у тебя тут в сундуке комнату, есть? Комнату, блин, комнату, ты чё? Ходим и закрываем дверь. Так, ну теперь. Мне тут что-то не очень прилично удобно. Только не убивайте их, пожалуйста, я их собирал долго. Куда я попал? Это ночь кролика. Прикольно, слушай. Здоровски. Я мог еще зверей выпустить, но... Ну что ж, мы убили стену плоти. Это когда-то был самый тяжелый босс какой-то там 0-0-0. Мы убили, ты хочешь сказать, да? То есть, ты хочешь сказать, мы с Сейком вообще абсолютно не помогали тебе? Нет, убил читер ее я. Читер. Из другого мира забрал деньги вообще, вот тут люди. Вот разуверьтесь, разуверьтесь в своем идоле, тех, кто подписан на пирата. Он читер. У меня исчезли 33 монеты, я которые ты продал. 33 монеты. Которые ты выкинул, просто тупо. Не выкинул я их, просто они удалил. Просто исчезли из-за бага Терраги. Ну все, значит, это судьба была, понимаешь? Она хотела спите, тебе сделать хардкор. Разговаривать реально. Ну, я да не верю в судьбу. Судьбы нет, мы сами делаем свою судьбу. Вот я и сделал. Мы сами делаем свою судьбу. Ты сделал ее, ты их удалил, эти монеты. Сделал судьбу. Ну, а потом вернул их. Через пролицию судьбу сделал. В любом случае, огромное спасибо всем тем, кто посмотрел и увидел это все, да. Это было прикольно, весело, стена плоти. Следующий, я не знаю, будем подготовка до следующего босса, да? Как он картина? Не знаю, я из-за пирата. Отстойная картина, у меня такая это есть. Дракон, что ли? Нарисован, что ли? Огромнейшее спасибо за просмотр. Впервые на канале подписываемся на пирата и дрожжу, да? Пишем комментарии, ставим лайки. На ВК Сейка. На ВК Сейка, конечно. Да не, не обязательно. И всем пока. Всем пока. Пока. Всем. Да бляха.
Валим. Я их тупо раскидываю. Спасибо! Спасибо! За Хавендор. За Хавендор! За Хавендор! Хватит это делать! Он за... Он за мной прыгнул! Чёртовы психи! Твоё сумасшествие заразное!